Вместо импортных аналогов – препараты с пометкой «Сделано в Мариэл». Компания «Марбиофарм» расширяет свое производство. Витамины, препараты от гриппа и простуды. Фармацевтическая продукция, сделанная в нашей республике, сегодня пользуется спросом далеко за ее пределами. «Марбиофарм» сегодня – это 5 основных производственных цехов, в которых изготавливается более 70 наименований продукции. Из них почти 30% входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Сырье для фармацевтической промышленности, лекарства, биологически активные добавки из республики поступают в аптеки России, а также в 11 стран СНГ и Балтии. Об участии в программе импортозамещения, контроле цен на лекарственные препараты и не только сотрудники завода говорили на встрече с депутатом Госдумы Виктором Кидяевым. То, что упущено 5-6-10 лет тому назад, то, конечно, то, что недодано, но мы должны подумать, как это делать. Вот это самый главный вопрос. Вот по этому вопросу вот... Мы ездим по всем, говорится, стараемся со всеми встречаться. Встречаться, говорить, общаться, чтобы задавали вопросы. Нравятся, не нравятся вопросы, удобные, неудобные. Но самое главное, что после каждой встречи, вот у меня коллеги сидят, пишут, чтобы мне осталось, говорится, в остатке проблема. И к этой проблеме можно или нет подойти, если можно как. Добавлю, что сегодня на Марбиофарме трудится около 800 человек. Акцент в работе завода сделан не только на перевооружение, но и на реализации инвестиционного проекта по фасовке и упаковке лекарственных средств в соответствии с европейскими стандартами. За год предприятие отгружает продукцию на сумму около 900 миллионов рублей.